ВКонтакте ищи альтер F4 мой ID. Живу в своем альтернативном мире. Жизнь с альтером смотри на Altivir. Всем салют, новая неделя началась, сегодня понедельник, и я вот только-только закончил, похоже, монтировать влог. Я надеюсь, то, что все нормально. К сожалению, не получилось все сделать в воскресенье, так как, ну, у меня есть уважительная причина, у меня пришел друг с армии, и, ну, блин, я не успевал просто вообще, короче. Время 11:30, я наконец-то залил влог. Вообще, всегда очень сильно переживаю, понравится вам или нет, как вы встретите новый выпуск. Потому что вот этот вот выпуск, который я залил, я монтировал его в попыхах, короче. И многое не вставил, я даже забыл, что хотел вставить. Ну, я надеюсь, что вам понравится. Я как-то вам говорил то, что давайте я вам покажу, как все это делается и так далее, но так и не показал. Сейчас у меня есть эта возможность, и вы можете все это увидеть. Короче, неинтересно все это, не надо смотреть, и не буду я вам это все показывать. Давайте, я придумал супер переход, короче, давайте с вами перенесемся. Ёбаный рот, что за хуйня? Рано, пока рано. Рассказывай дальше, что там ты хотел. Я немного вахую, так как сегодня уже среда, и у меня всего лишь 8 видео снято на GoPro. Может, вспомним Дубравушку, как прошли мои выходные? Чуть-чуть. Ой, как тут пиздато. Как тут охуенно. Прям вообще пиздец. Вот он, Артур. Салют. Вот Артём. Артём, спасибо. Очень круто ехали мы. Азат, как настроение? Отлично, блядь. Ты как? Подожди, кстати, подожди. Мы же не выяснили, что он выбрал. Я нихуя не выбрал, вот сейчас я и говорю, да? Нет, у Нюши сиську тронуть, вот. Нет, знаешь, и вы... Да он обкончается, блядь. Между прочим, концерт Нюши идёт. А в том плане, что мы, блядь, встречаемся, ебать, подписи, да, блядь. А потом раз, и надо помнить её. Закон. Или Линкин Парк вот так издалека с биноклем, но ебать шоу, блядь. Я уже запутался, вы столько всего наговорили. Короче, отдыхаем, смотрим Нюшу. Говно всякое. Почувствуй себя блогером. Да, я влогер. Да, ты куда вообще влогер? Влогер. Второй влог, ты этого... Да. Че за хуйня? Ну, серые губы, конечно, рабочие, блядь. Надо просто расшевелить немножко. И потом пальчиком работать. Сука. Вот это хуйня. Стенки сначала раздвигаешь. Ой, как охуенно. Рыбки. Мы сейчас находимся на острове, на вот этом. Мы с Александром решили посмотреть на дивности и красоту. Смотри, какой жук. Этой природы. Какой, сука, где жук? Бля, как охуенно. А, сука. Что? А, блять. Что? Сука. Тут так клёво. Like a boss. Вся жизнь там. Только не снимай меня, ладно, я твой толстый. Артур сегодня толстый, его не снимаем. А ты так-то уже, я тебя наснимал там. Он, я же в жилете был. Он в жилете был. Вот так вот все это было. Короче, сейчас познакомлю вас с чуваком, который недавно пришел с армии. Вот он готовится уже. Он как всегда себя снимает. И тебя тоже. Здорово. Это Глеб. Глеб пришел с армии. И сейчас я выключу камеру. По идее, я сейчас должен находиться дома и монтировать видео новому поколению. Простите, пожалуйста, но, блин, я и дома не могу сидеть. Такая прекрасная погода. И надо сходить сегодня на фильм, на соседей. Вот, так что видео подождет. Это Толик. Бодяга. Бодяженный Толик. Едем в кино.
какой-то фильм. Как называется фильм? На который ты не хочешь. Да, на который я не хочу. Они зачем? Меня заставили. Зачем вообще ехать на фильм, если ты... Я как бы тебя вообще не заставлял. Если бы мне сказали, пошли на говнофильм, я бы сказал, зачем, я не смотрю говнофильмы. Ну это же говнофильм. Ну там же Хлоя Грейс Морец будет. А, ну ради Хлои, может. Я не знал. Серьезно? Я не знал. Я ее вообще большой фанат. Да? Да. А как ты не знал тогда, если ты ее большой фанат? Вот не знал. Около фаната. Около фаната. Наверное, скажи что-нибудь, Глеб. Вот у тебя палец весь, палец весь. Да? Я просто, это только он у нас профессионал этой штукой работает, и я немногословен, в отличие от него. Ну, почувствуй себя. Нет, я чувствую себя Альбертом. Просто... А лысая голова от этого передается? Нет, чего ждешь от фильма? Хлоя, как всегда, должна быть на высоте. Ты как Егор, вот тот Рэдклифф шел смотреть, ты Хлоя идешь. Нет, он ради Меган ходил. А? Он ради Меган ходил. Нет, насчет Рэдклиффа этого. А. Блин, в фильме-то какой это? Иллюзия обмана, вторая часть. А. Мне либо же сейчас где-нибудь поспать. Я спать хочу. Я скажу, это возможно, то ли ковыщ. Как тебе фильм? Я скажу одно, я не смотрел первую часть. Даже если вы не смотрели первую часть, идите на вторую. А мне понравилось. Я сам смотрел фильм только из-за одной актрисы. Роуз Бирн. Она, конечно, чуть-чуть постарела, но все равно она крутая. Сейчас мы едем в мяту. Нет, я думаю, надо зайти в МАК. Надо зайти в МАК. Надо зайти в МАК. Аминь. Решили пойти в мяту. Мяту лаунж. Угорать над Егоркой. Это мой Маша брат. Мне кажется, они заметили. Я беспалевный такой, да? Скажи привет. Здравствуйте. Чай не желаете? Чай. Как ходят супер модненькие, короче. Ну-ка. То, что ты так жмешь, он быстрее не приедет. Это что ты так жмешь. А то, что ты вот так жмешь, он... А то, что ты так жмешь. Нет, то, что ты вот так вот жмешь, это а никак может, тебе не поможет. Не будешь жать? Нет, может, ты так не будешь жать. А может, нет. Может, все, хватит. Жми на верхнюю. Привет, Залина. Привет, Залина. Меня не любят камеры. Почему? Любят? Знаю. Ты же такая красивая. А ты пьяный. Он не пьет. А, ты ж не пьет. Ты нифига ты вообще. Ну, что ты так говоришь? Лифт. Прям ебаный. Всем салют. Сегодня уже четверг, и я опять должен находиться дома, но, блин, к черту все это говно. Я опять забил на все видюшки, которые должен сделать, и я вышел покататься на велосипедах с Диманом. Помните Димана? Димка. Вот. Короче, я еду по делам. Простите, пожалуйста, новое поколение, но я творческая личность, мать его. Я должен почувствовать, собраться просто то, что вот все, вот я должен, короче, сделать. У меня вот, когда придет мне все это, ну, вдохновение, и вот тогда вот мне тыщ, у меня тогда все получается. Я, кстати, первый раз за все лето сегодня вышел на велосипеде. Поздравьте меня, пожалуйста. Чуваки, кмоус оп, жесть смотри на ТВ. Бу! Вы что такие веселые? Хе-хе-хе, дынц, типа грибы. С вами бьюти-влогер Юра. Я не знаю, как это померить, голубую... С фанту цитрус. Ну, фан по-голубому прорекламируй. Сейчас я вам покажу Илью. Ну, вы сами понимаете. Что, сразу снимаешь, что ли? Круто покатались, теперь надо идти по делам. Раилька. Раилька фотограф. Поправь, ты что? На тебя же люди смотрят. Я во влоге? Да. Закупились. Ай, меня отвлекают.
Давай просто пятюню. Закупились Владом алкоголем на завтра. У нас будет тусе. Мой вишневый сок любимый. Там вишневый сок. Как дела? Нормально. Вот он пил, он нет. Но мне кажется, что он пил, а он нет. Так всегда. Здорово же то, что я не пью, но похож на то, как будто... На алкаша. Как будто я выпил. На алкаша. Но это вот просто мастерство. На подзаборного алкаша. Это ты похож на подзаборного алкаша. Посмотри на себя. Посмотрите на себя, потом на меня. И снова на меня. А я на коне. Вот я и пришел с работы. Знаете, что хотелось бы вам сказать? Хорош болтать уже. Здорово. Дай-ка сюда камеру свою, заколебал снимать уже. Всем салют, с вами Алым Сид. Вот сейчас нормально, вот сейчас можно. Я вот вообще в ахуе, короче, чуваки. Как, блять, вас этот долбоёб Альтер еще не заебал? Я его с самого детства знаю. Это же чмошник последний. Нахуй вы смотрите его влог? Это все просто поебень. Была бы у меня вот эта хуйня, я бы вам такое показывал. Я бы даже не влог снимал, я бы снимал порно, нахуй, блять. А йоу, мы, короче, закупаемся. С нами Роман. Роман крутой пацан. С нами Леха. Леха. Объебоха. Просто первое, что. Оп, текила. Во. Охо-хо. Ух ты, вообще просто соска. Ох, ёпты. Такой только стриптизерша одевает. Сегодня тусе у нас. Сегодня тусе. Где лучшие тусовки? Слышь, 2 часа всего осталось. Где лучшие тусовки? У нас в ленте. О, кэш. А что надо говорить? На старт, внимание, Марш. На старт, внимание, Марш. Теперь я точно буду в влоге. Мы на месте, ждем народ. Йоу, это жизнь с Алым Си. Мо. Короче, значит, будем. Заебал. У нас друг пришел с Аней, Глеб. Кто его не знает, знакомьтесь. Сегодня мы вместе круто тусанем, да? Да! 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 Давайте выпьем! Это мои друзья. Юлия и Глеб, Казань. И Джек. И Джек. Люди с Казани едут на тусу. А ты, сука, дома сидишь, блядь? Ёб твою мать. Киркоров, Кек, Лол, Печалька. Как обычно, все привыкли видеть только видеоотчет под музычку. Ну да, это круто, круто. Но что же было на самом деле, какие коры, приколы, я постараюсь вам показать. Дискотека, 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 это дискотека. Я не знаю, что-то зависло вообще. Мы смотрим жизнь с Альтером! Да! Ой, они прям вообще смотри какие. Можно даже посмотрю? Нихуя. Нихуя. Я добро пожаловать в дом! Я не пью. Альберт не пьет. Не пьет. Я так же. Туса заебал. Альберт заебал.
я тоже заебись. Оценка. Оценка 10 из 10. 120%. Вот ты вот, блядь, ты что тут делаешь, блядь? Иди нахуй отсюда, дай камеру, блядь, нормальным людям. Моя сердце горит, Олег, я. Олег, я Гасимов, Олег. А вы видели, как тут кто-то с крыши сам? Я не стрекал, а, блядь. Я думал, дождь пошел. Олег! Так стоишь. Как будто бицуха есть. Ну, серьезно? Нет. Это называется 30. Котейку трогай. А-а-а. Свою. Свою? Я вся в волосах. Побриться надо. Ты снимаешь это вообще? Про КНЛ сейчас. Про КНЛ в натуре. Ты, надеюсь, кисок снимаешь, а не... В натуре. Че целых? Ту, де, ёпта, место. Ту. Оценка тусовки Альтера на 1 июля 2016 года по 10-бальной шкале. Ваше мнение, Роберт? Ваше мнение, да. На магнитофон не плюй, пожалуйста. Он... Давай, любой вопрос, я на все ответ. По 10-бальной шкале тусовка Альтера 1 июля 2016 года, по вашему, насколько тянет? Питусовка, Питусовка. Я живу за 300 километров, ну нет, за 250, да? А от Нижнекамска? Откуда? От Нижнекамска. Я живу в Казани. И в Казани очень... Вот снимай меня, блядь. Нахуй тебе ебаные цветы, сука! Снимай меня. Снимаю, я да, живу снимаю. За 250 километров от Нижневанска, я твой рот ебал еще там. Ты снимаешь до сих пор? Да, конечно. Вот конкретно сейчас то будет то, что войдет в монтаж. Я живу в Казани. Я приезжаю на Black Pyramid, потому что тут душевный пиздец. То есть я был на вечеринках лезвия, клевой трап-пати, но там, в отличие от Black Pyramid, так как это проходит в Казани, там достаточно просто привести диджея, и вообще они нихуя делали. Здесь у ребят намного меньше бюджет, намного меньше контингент, и они из вот этих... Хуй сюда снимай. И из-за того, что у них намного меньше бюджет, они организовывали вечеринку из того, что у них оставалось. И получалось намного круче, чем у Лезвия, например. И Альберт, Лёша, Марк, они красавцы. Посмотрите меня, хуй, как красиво. Мы подошли к... Сюрприз-звезда танцпола. Не, серьезно, круто. Батарейка села только что. Вот так вот проходят тусы. Спасибо всем, кто пришел. Очень круто тусанули. Спасибо всем ребятам. Соскучились по вечеринке и по всем людям, которые здесь отдыхают у нас постоянно. Очень круто. Вообще прям просто пиздец какой-то. Ну что, вот и все, наверное, на этом, пожалуй, я закончу. Вот такая вот вечеринка получилась. В субботу я решил все-таки отдохнуть и решить вопрос насчет дня рождения команды Black Pyramid. Сейчас мы обсудим с Лехой, что, кого и как все у нас будет. Ну а вам всем спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Вот. Всем спасибо, что смотрите. Очень приятно. Всем пока.